Снегурка, Дед Мороз, выходите, давайте. Что такое, что такое? Что такое? Он что, совсем что ли поехал? Давай, победи. Ну вообще никто не поддержал мою идею. Ты нормальный, нет? А где же новогоднее настроение? А где же все вот это? Олег, давай. Пойдем спать. Старый, ну что, дорогие друзья, всем огромный привет, с вами сегодня, как всегда, Олежа Кофе, со мной сегодня Санечка, Лисвокс, Леша Хайпер, Серега Болотов, и добро пожаловать на новую серию по Муничку в CSGO. Хей, ну что ж, у нас уже потихонечку подготовка к Новому году, как видите, у нас... Дед Мороза режут. А вы видели в небе, смотрите, там Санта на санях летит, смотрите, вы дали? А, в смысле, я лечу в темноте, что это такое? Нет, нельзя, там темно, я потерялся. Теме какая-то темнотища непонятная. Ну что, друзья, сегодня вас ожидает веселая серия по Муничку CSGO. У нас прекрасный дом, где миллиард ныжика телепорта, поэтому сегодня вас ждет реальный угар. Ну а вам желаю при этом просмотра приятного аппетита. Ну а мы начинаем, погнали. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ребята, хочу рассказать вам про очень крутой проект CSGORUN.RUN. Здесь вы сможете не только насладиться невероятными иксами в режиме краш, но и кайфануть от количества крутых скинов. Но играть надо очень аккуратно. Помимо моего любимого режима краш, здесь вы сможете найти режим PvP, в котором можно сразиться с другим игроком буквально на любой скин. Режим дабл, в котором можно приумножить свой инвентарь, делая правильный выбор. Но и это еще не все. Также вы можете сделать ставку скинами буквально на любой киберспортивный матч по КС, поддержать свою любимую команду, либо же поставить против нее. Выбор лишь только за тобой. Ну и конечно же, по промокоду FREECOFFEE вы получаете бесплатно $1 на киберспортивные матчи, поэтому пользуйтесь, пока халява работает. Данная опция работает лишь только у тех, кто зарегистрировался по моей реферальной ссылочке, так что заходите и обязательно регистрируйтесь. Все полезные ссылочки находятся в описании под этим роликом. Желаю удачи. Ну что ж, мальчики и девушки, вы хорошо вели себя в этом году? Конечно. Конечно. Да что вы мне говорите, а? Не, я же урок знаю. Я знаю, Саня, я знаю. У меня тут по списку все отмечено, так сказать. Ну что ж, я самый хороший. Самый хороший у нас это я, поэтому я из Мунчика играю. Да, какой ты, дурак. Да, хорошенький, пошел убивать людей. Вот ты оскорбляешь, я никого не оскорблял. Вот тебе еще один минус. А знаешь, почему тебя оскорбил? Потому что ты чучело. Ой, а что ты такие вещи говоришь вообще? Что-то агрессивно. Он же реально чучело. Агрессивный ребенок какой-то, вы можете у этого услышать? Это сейчас откуда прилетело? Погоди. Мне самое интересное, это сейчас Олег, чучело. Олег, ну-ка. Если что, мы все дома. Я потом, когда за Маника сыграю, ты поймешь. Уверен, да? На 100%, да, что вы все в доме сидите, да? Мы дома, а что там мне дома, вот это дома. Не подсказывает? Мне же это вот не верится. Там печка, а дверь, дома дверь. Дома дверь. Ой, чупакабра, чучело. Главное где верить. Не, ну вы давайте тоже не будете дым туда кидать, я же так не увижу вас, понимаете, да, это хорошо. Или нет, а? Нет, хорошо, каким мы не будем мне кидать туда каким-то дым. Образом подарок там... А ты серьезно? Ой, кто это? Но мне же каким-то образом подарочек вам прочитать, надо это? Он знает. Он не знает, он прыгнул на елку и в итоге... А, все, вы разведлились нормально. Хорошо, а куда? Куда убежал-то, я не понимаю. Он убежал в лес. В лес, да? Уверен, что в лес, да? Да, я в лесу. Уверен, в лес, что в лес. Я сейчас за карту как-то выпал. Ну, кто это у нас там? Дед Мороз заблудил, что ли, или что, а? Дорожку можешь подсказать. Заградился Дед Мороз. Трёху привёл. Где? Где где-то? Тихо. Вот он где! Иди сюда, засранец! Иди сюда, подарочек! Подарочек-то у меня, Серёженька! Засранец. Хорошо, Серёжа, это же я! В смысле, Серёженька? Серёженька, нормально. Все нормально, то Серёженька, а? Олег, ты не, Олег, ты не за мной бежишь. Ай, блин! А за кем, ну, он, за кем был... он бежал? А я знаю! Там я знаю! Так ладно, все, пора реально обрезать вам концы, соответственно, поэтому... Олег, ну что это такое? Да он запарил уже, ну че, как? Лёшин близко. Мансуй красиво. И прямо сюда! Не! Лох! Да нет! Я вообще по всей карте бегаю, или ты не видел? Сюда иди! Отстань! Нет! Сюда иди! За Део! В 3 минуты. Да, иди сюда. Сюда. Это красиво было. Один подарочек свой уже получил. Ну чисто я помог. Ну, Олег, смотри, подсказочка такая вот. Да, Серега в небе сидит, ты его даже не увидишь. Что за в небе? В каком небе? Ты что там забыл? А ну слезай оттуда давай! Я иду к Деду Морозу. Идет он к Деду Морозу, ага. У него РНМ мод должен быть, пацаны. Я тут вышел, понимаешь, потому что... Чё говоришь, ага? Я говорю, по всей карте бегаю. По всей карте бегаю, да? Он реально бежит за тобой, Сань.
где-то здесь. А, тебя Сань просто слышит. Санечка, Санечка, куда это он побежал? Сань, под юбочку, подойдите, давайте. Под юбочку, ай-яй-яй. Он прям очень близко. Опа, опа, опа. Режь, режь его в ответ, Сань. Да вот, блин. Так, второй подарок. Олег, я внизу. Ага, внизу, конечно, конечно. А тебя как зовут? Конечно. Откуда ты знаешь эту нычку? Здравствуйте! И третий подарочек так же получил. Ну, нравились вам ваши подарочки, скажите мне? Не, говно. Конечно, понравились. Подари мне PlayStation 5. А, пошел, ты знаешь куда. Размечтался тоже. У нас бюджет на Новый год, а бюджет на Дед Мороз. PlayStation 5 он захотел, нифига себе! Итак, 8 секунд, 8 секунд этого вполне вам не хватит, чтобы... Ну давай, Ванечка, выходи быстрее! Ну давай, быстрее! Саня, мы смотрели. Здорово! Здорово, лысый! Ладно, нифига не лысый! Так, пацаны, а к вам? О, пацаны, может я к вам пройду, не? А давай, давай! А там вы, если что, заставите меня, да? Я же правильно понимаю, да? Да, пойдем, спасибо. Давай, 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 точно! Ох, нифига себе! Ты чё пугаешь так? Откройте мне дверь, пожалуйста. Олег, тебе лучше туда не лезть. Ты что, сумасшедший? Он там стоит, что ли, или что? Он там стоит. Заходи. Нет. Не-е-е. Ладно, иди. Какие вы ушлёмки. Можете прогнать Олег, его? Олег, Олег, он ушел уже, по-моему. Точно ушел? А он мне потом пизделей доставить, но я убежал. Так, а куда? Погоди, мне к вам... О, его! Ты что сделал? Ты нафига? Нет. Ну давай, Олег, нет. Олег, вот сейчас точно спасибо. Давай. Точно, уверен, да? Уверен, на 100%. Уверен. Давай. Ну? Ну за что ты так со мной-то, а? Шелковая юбочка такая вонючая-то, а? Ладно, Алексей, давайте вам второй шанс Олег, дадим. Олег, вот сейчас точно поможет. Уверен, да? Уверен, точно поможет. 100%. Что-то не особо верится на самом деле. Давай, иди, дружки. Ну и не пугайте так, а я вот здесь сяду, смотри. Не понял. А я могу так же делать, пацаны, ага. А мы тоже так же умеем. А я тоже умею так, все. Все, я буду, выставьте, я ломаю все. Ой, как минус лучше просто, все, хорошо. Пацаны, вам же сами мне интересно так, ну серьезно. Ну не ломай, не ломай. Нормально, на самом деле, здесь сидится, вообще с гайфом. Давай, мы тебя ждем, где там вроде тоже нормально, не жалуются. Блин, поэтому... упал. А у кто за дымил там все? У нас тут телевизор валяется, поэтому в целом неплохо вообще. О, кстати, давай PlayStation 5 все-таки подарим. Да нет, пошел, ты знаешь куда. PlayStation 5 захотел, конечно. А? Алексей. Нет, ну не чё пускай ты там, его, не пускай. Можешь, да, носа, ну... Алексей! Чё там у вас? Он не смог пролезть. Он пролезть не может. Тормози. Олег, спасибо. Запищало. Да блин, двери эти вонючие. Я на секунду вкусил Витаса. Не попал. Зачем ты Витаса вкусил? Не попал. Спасибо. Телепорт. Я не понял. Все, я спасен. Ну, да Витас спасен, знаешь, я просто сейчас с тобой не пришел. Вот и все. Ой, блин. А поднимись. Ну, здесь чисто. А подняться. В смысле поднимить? Так, а вопрос. Как мы сюда попали? Где маньяк? А он что, до сих пор там, что ли, или что? А все, я понял, как-то попасть. Санечек, ко мне, сюда, Санечка, помогу, спасу, Санечка, родники, беги сюда. Сюда, за мной. Ну сюда, быстрее. Пошли, Леш, пошли, покажу. Давай, показывай. Саня, да сюда, быстрее. Вот сюда, вот сюда. А, вижу их. За мной. Я просто в тюрьму попал. Давай. Марафон, дальше ты. И куда? Саня, вот туда, показывай. Вот сюда, Саня, быстрее! Вот сюда. Вот там они дальше. Не успел! А ну-ка вышел. Закрыл дверь и зашел обратно. Че вообще? Позволяю тебе, морда такая! Ага. Вот тебе дверьку открыл, смотри. Вот тут еще чего у нас тут. Ой. Ты дурак, что ли? Маленькая ёлочка. А как ты залез? А почему ты открылась? А, да конечно, открылась. Она я тебе говорю, я просто не залез. Да конечно. Я же вылетел сразу. А это где? Так, смотри, сразу. Да ты тупой! Я не тупой, я залез. Санчелло, что ты думаешь, ты реально кого-то из нас найдешь? Да. Нормально, сейчас за мной. А он за нами. Нормально. Или за мной летим. Да, куда?
Ай, молодцы, красавчики, пацаны! Не знает! Да нет, он глупый. Подожди, он же попали. Вот видишь, я же говорю, не знает. Ай, знает! За мной, пацаны, десант работает! Вот сюда, быстрее! Да ты успевал, Серега, ты успевал! Серега, давай еще раз к нам! Успеешь, мы тебя откроем, мы тебя спасем! Давай, сюда. Давай. Ай, молодец, ай, умничка! Все, никак, да? Никак! А почему нас там было трое? Прописали именно по мне, скажите, пожалуйста. Понятно. Нормально, Серега, мы все в одной копилочке, Олег, он сзади, он сзади тебя. Блядь, Олег ко мне. Он застрял в двери! Так, а вы там, блядь, да, опять? Ой, где? Куда? Так, тихо. Где он? Да вот тут где-то был. Да вот сюда. Вот сюда, Лёх. Залезай. Всё, нормально. Ёлочки, холодно. Ну мы на это, мы... Не-не, пока рано. Ну как он пойдёт? Да, как вот здесь он будет, вот так вот. А, Саня, мы... Ой, я слышал, вы где-то здесь топтались. Сань, не здесь. Да вот! Я слышал, вы топтались. Помогите! Спасите, помогите! Ребят, звезда падает. Слепо! Иди нахуй! Не держи дверь! Сука, дверь держит, блядь! Олег. За ней я не пускаю его! Олег, давай сюда! Так, опять залез туда, сука, уёбок какой-то. Неправда! Там кто такой? Не было борода такой информации! Помогите! Спасите, люди, добрые, помощь! Прости, ничем не могу помочь, сейчас у меня... Я временно недоступен. Все нормально. Все нормально, все хорошо. Сейчас у меня подмышки чешутся. Самое время почесать, Александр, конечно. Спасибо. Самое время нужно почесать подмышку, конечно, Саня. Подсказочку дал. Ну, Александр, ну что ж вы за человек такой, да? Да не туда, да не... Ебать! Летучая мышь. Подсказка, смотри, подсказка, опа! Как я высоко. Не проверь, да вот тут чуть-чуть, хорош. Нормально. Мужчина, да? Ой, куда, чё? Кого вижу-то? А теперь ты не сделаешь это. Как выйти? Всё, так вот тут, нормально. Тут что-то? Не, да блять! Сань, на улицу выйди, вот прямо сейчас на улице, выйди! Не хочу на улицу! Да я прям тут стою, тебя жду! Не хочу на улицу, ты умрёшь! Сейчас, бежим! Опа! Ха-ха, повёлся, лошара! Я говорю, это не ты! Лошара вообще! Ты, сука, сложно что-то? 5 секунд. Сань, вернись обратно. А ты кого поставил, Олег? Почему ты так вовремя это сказал? А чё, как, в смысле? Чё за телепорт фиговый, я не понимаю? Чё за бред? Ладно, парни, подарочки уже все получили. А теперь сейчас будете получать, ну, подыхало все по одному. Да. И слушайте, в таком месте классно заныкал. Где все? Я даже не знаю, это мечко вообще или нет. Где все? Я дома, я честно, вот, Олег, честно, я дома. Где все прячутся? Ну, понятное дело, что не на улице, замёрзнешь на улице, но снег уже, Новый год. Олег, я по тебе попал? Не знаю, Санечка, не знаю. А ты знаешь, что ты зря вообще там сел? Ты же это понимаешь, надеюсь, да? Где? Огни уже. Так, а мы сейчас знаешь, как сделаем, Саня. Ой. Серега, иди ко мне. Ты если думаешь, что самый умный, то ты ошибаешься, Санечка. Потому что мы сделаем тебя. А он даже меня не видит, смотри, а? Нет, Саня, Олег, ты можешь вылезти, ой, Серёж. Он даже меня не видел все это время, а опа! Это что за огненный Дед Мороз такой? Восстал из огня? Драконец! Серёж, ну давай, вылетим. Так, ладно, сделаем вот так. Не, ну Санечка, так нечестно, ты же понимаешь это, да? Санечка, что это такое? Нет, давай же нечестно. Это нечестно. Так, мальчики. Я сюда попал легально. Олег, подойди к лестнице. Опа. Это как опа. Так? А это что за нычка? Это как так? Погоди. Это что за нычка? А как туда попасть? А это как так? Погоди. А что ты там-то пышешь, что я не понимаю? Погоди, где-то здесь. Где-то здесь проход же был. Ага. Откуда ты знаешь проход, алё? А Саня все дымом закидывает на улице. Ага. Неправда. Да ёлки-палки, зелён! А мы знаешь, как сделаем, Серёжа, мы знаешь, как сделаем. Не-не-не-не-не-не-не. А, соси. Ай, нет, не попадает. Где?
А там, а я знаю, что туда прохода нету вообще-то, Серега, ага. Мысли нету. Ну, пускай пытается, короче, его достать. Мысли нету прохода. Там нету прохода, я же знаю. Вот, я в нычку прыгаю. Ну да, конечно, 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 Сережа. Конечно, расскажет он мне тут, конечно. Я же знаю, я же знаю, что тут нету прохода. Вот такой застрять, просто на нуклипе туда залетел, ёлки-палки, а? Какой нуклип, я только что прыгал, алло. Да, конечно. Да, Олег, а ты где на улице? Это Олег на улице не вижу. Да что, на улице, конечно, ага. Гори, гори, ясно. Да ёлка! Так, стоять, мне не нравится. Олег, это звездочка падает. Так, ладно, я понял. К вам надо туда каким-то образом попасть. А я думал, Олег знает про эту нычку. Да я не помню, я что думаю, я должен все запоминать? Да. Так, выгоди. Конечно. Мы же себе ролики записываем. Да, блин, не здесь. Может, еще ролики, Олег, будешь записывать? Давайте мы камеру еще включим, за него запишем. Не, ну это, конечно, так сидеть на нычке весь раунд, это вообще, конечно. Да я на улице тут поставлю. Вот это я вообще понял. Ты просто в доме гуляешь. Ой, ой, а что такое? Ну, блин, Саня, поймали. Причем я вот за секунду появился в этой нычке, от которой ты прыгал. А Серега, Тера, блядь, я так и смугался. Чего говоришь, Леха? Да ничего уже. Ну, блин, как тебе подсказать-то? Как это так подсказать? А где его? Ну, примерно, территориально. Скажем так, надо дрова поколоть вот это вот. Не-не-не, хайпер среди бывших. Чего? А я что, знаю, где это находится, что ли, или что? Ладно. А Сережа, знаешь, где любят оставлять всякие вонючие коробки и все остальное? О, да? Ах, засранец какой, не здесь. А где тогда? Ну-ка. В американских фильмах такое делают. Коробки всякие там и все остальное. Всякий бесполезный хлам. Ой. Ты не понял, что ли? Это самая лучшая подсказка на свете. Ой. В чердаке ой. Он. Ой, почти близко. Я что, откуда я должен понимать? Олег, он справа, Олег, он справа, он справа. Он справа. Значит, ты гонишь, не гони, дурак. Да, ну, юмалы подсказки, конечно, даете сложные. А куда это мы побежали, а? Он здесь. Да. Какие идиоты просто! Начали палить друг друга, в итоге оба умерли. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот укарная веселая серия у нас сегодня получилась. Я надеюсь, вы кайфанули по полной программе. Поставили обязательно лайки, конечно же, подписались на все наши каналы. С вами сегодня был Александр Лежа Купец, с вами Колесу, Серега Бутов, Леша Хаймер. Всех с наступающим Новым годом. Уже можно, в принципе, это говорить. Все, друзья, огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи. И всем пока-пока. Пока, ребят. С Днем Святого Валентина вас.